2021 год в Ульяновской области может стать годом музеев. Об этом заявили на совместном совещании Министерства образования и культуры Ульяновской области в Чердаклах. 2020 год займет подготовка. Именно в этот период Чердаклинский район, как отдельное муниципальное образование, объявлен регионом-пилотом для реализации этого проекта. Получится ли, узнаете из нашего материала, посмотрев новости на телеканале «Репортер» 18, 19 и 20.00.